Всем привет, с вами МС Тимур. В этом видео буду снимать видео про школа 5 стиль фотки одноклассника ограбителя учителя глазами школьника. Блогер Руслан Гладенко. Поехали. Пятнадцатая серия пятого сезона школы глазами школьников, друзья. На последних роликах вы проявляете просто сумасшедшую активность. В телеграм-канале, в комментариях вы обсуждаете, что хотите увидеть, чего не хватает и к чему мы должны все... Сейчас качество немного лучше. Мы должны все прийти. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за лайки, спасибо за подписки. Наша цель до конца этого года сделать 4 миллиона подписчиков, и мы все ближе к этой цели благодаря вам. Если вы еще не подписаны, нажмите на кнопочку подписаться прямо сейчас, переходите, подписывайтесь в телеграм-канал, и обязательно давайте прожмем под этим роликом 150 тысяч лайков. Всем приятного просмотра! Это из твоего папы? Что хотел? У тебя проблемы в семье? Это с тобой смотреть, кроме как не в школе. Я тебе что ответил? Если я знал, что по его вопросу. У тебя проблемы с деньгами? Ты что, издеваешься? А что именно тут встретить? Согласен. Та идея, которая появилась у меня, была, не должна быть. Слышно? Так а что именно СТО? А зачем ты? Просто, Саша, знаешь, можно наказать Малю. Я не думал, что по адресу увидит тебя на СТО. А где я по-твоему должен быть? Либо гулять в парке. Писать и избивать. Тут нет ненужных петов. Я себе Аэрокс хочу купить. Бабки Аэрокс. Что твое бать? Может, ты тоже тут поработаешь? А ты нафиг сюда пришел? Да, так, сам пришел. А кстати, что пришел? Ложи на место, ничего здесь не трогай. Жопа, а тут скучно. Короче, в школу больше не зови, мелкий. Малый, почему ты не знаешь, батя? Ты не думал, что у вас могут получиться крутые отношения? Это Натя попросила со мной поговорить? Да нет, конечно, я просто вижу, да что нет, ты испытываешь. Мне кажется, лидерство испытывает чувства только к крышителю, к дочке Льва Анатольевича. А дочка классного испытывает чувства к тебе. Поэтому Ксюша для дерзкого идеально. Да ты понимаешь, что у меня вообще нету шансов на нее. Она меня просто называет сладким пирожком. То правда, я не понимаю, что это значит. Мы вообще в школу идти будем? Мой план по наказанию Мали уже должен приступать к работе. Я думаю, что первый урок можно прогулять ради данного разговора. Так, братва, если вы мне пришли советы, с кем мне нужно встречаться, а с кем нет, у вас ничего не вышло. А что за идея? Если уже на то пошло, то ты говоришь, что отношения не для тебя. А еще он говорил, то что Герману, Мали и старшеклассник Буджон, он вообще много чего говорит, а расхлебывать приходится мне. Что бы вы вообще без меня делали? Да вообще. Кстати, а машина без мотора, может есть? Так, мне понравилась дочка классного тем, что в ней что-то есть. А Ксюше можешь передать, что разговор со мной не вышел. Сань. Что за идея? А сколько тебя папа платит за то, что у него на СТО работаешь? Это не СТО моего бати. Я тебе больше скажу. Он даже не знает, что я тут работаю. Чего он тебе денег не дает? Ты же тебе помогал. А для чего тебе вообще баб? Вы что, меня пришли? Вопросами драконьи? Слышь, Рыжий, может, кстати, папа, может, еще работники нужны? Просто Аэрокс крутая тема. Сейчас все школьники на нем катают. Может, все-таки Ксюша? А может, лучше воспользуемся моим планом, нафиг а? Я вам вообще адрес кинул, а? Так, срать мне на твою идею, так же, как и срать мне на твою Ксюшу. Малый, сегодня сможем дать только аванс. Зарплату задерживают. Сколько там выходит? 0 рублей. За эти бабки 0. Можно было бы купить пол чтобы школы. Заработать такие бабки, я бы мыл посуду на кухне 2 года. Чтобы и пылесосил. Так. И почему же мы прогуляли первый урок, ученики? Они, видимо, боялись в школу приходить, чтобы лишних фингалов не получить. Да? Дерзко. Либо грабили цветочный магазин, чтобы пачку этих странных кустов собрать. Либо по мусоркам его собирали. Держим тут мусорные баки. Так, Малерчу, вот вы как староста и проследите, чтобы эти ученики до конца уроков написали объяснительную, почему прогуляли. А иначе выгоню всех. Какой мочалке этот веник дарить собрался? Либо Рашиде Жавдатовне, либо старшекласснику, который его в мусорный бак закинул. Ты что за Рашиду сказал, а? Значит, все-таки Рашиде. Так, дерзкий, почему твой отец уже третий день не отвечает на телефон, а? Я его вижу реже, чем вы, Алексей Евгеньевич. А что это за цветы? Так, Макарёв, сколько же это все стоит? А это он их вам купил. Мне, да. Это ж... Сколько можно было штор в нашу школу купить? Это... Алексей Евгеньевич. Мне обидно. Так, дерзкий, ко мне в кабинет, а вы чего в коридоре трётесь? Перемена ведь. Перемена? Александр, для учителей, а вам на урок готовиться, марш-класс, а ты за мной. Так, пару минут и буду. А если я их сломаю? Дерзкий тебя тоже сломают? Да, рекламная интеграция. Нет, я еще не заходил. Пока по мусоркам шаритесь, настоящий контент-мейкер. Бабки лопатами рубят. Лопата детская, да? Да, у тебя забрали. Когда в песочнице играл. Мне кажется, или они очень сильно переоценили себя, у вас с Париной что, годовщина? Мои поздравления, пахнут хорошо. Как это вообще-то дерзкого цвета? Ты что, поговорил с дерзким? А, ну да, мы с утра разговаривали насчет вас. А Сашу ты зачем втянул? А ты когда-то видела, чтобы эти двое по отдельности ходили? Получается, ты поговорил с ним, и он купил цветы?
Дима, а ты знаешь, что ты самый лучший? Это вообще-то... Даже ничего не говори. Ты сделал все, чтобы помочь мне стать счастливой. Я никогда этого не забуду. Ой, спасибо конечно. Тебе. Видимо, Димон, теперь дерзкий точно, чтобы ты стал счастливее. А что, дерзкий реально купил цветы Ксюше? Это не ей цветы. А ты что выберешь, премирование или по классике? Ты тупой, ты не у**а меня за это. Я спросил, дальше думай сам. Парни, перебить это будет трудно. 101 роза. Вот как нужно ухаживать за девушками. И это я еще даже не согласилась на встречаться. Представляете, что будет, если я скажу да? Я такое количество роз даже у себя на стриме не видел. Ты зачем мне историю испортишь? Слушай, по поводу цветов. Вообще-то дерзкий. Слушай, не переживай, я не скажу дерзкому, что видела их раньше времени. Не знаю, сколько ты должен меня удивить, чтобы я простила тебе завязанные глаза. Димон. Слушай, дерзкий. Дерзкий, не обижайся, что я их заметила раньше времени. Я согласна. А я не согласен. Димон, чё за фигня? Она их с рук забрала. Он даже не успел объяснить ничего. Ты меня позвал, чтобы посмотреть, как ты разбираешься со своей девушкой? Да это не моя девушка. Я бы никогда в жизни с ней бы не встречался. Больше можешь не извиняться, придурок. Ты даже не поздоровалась со сладким пирожным. Ты никогда бы не встречался с такой, как да я. Да закрой ты свой рот, Димон, что за фигня? Да я пытался. Да удавись ты своими цветами. А я думал, она начала встречаться с богатым дедом. И, кстати, дерзкий, а ты заработал на этот букет? Майнинг ферма или стримы в ТикТоке? О, я так понимаю, букетик больше никому не нужен, да? Чё, за сколько это будешь продать можно? Кстати, что по свежести? Я так понимаю, владелец только один, а да? А почему Ксюша в туалет в слезах забежала? Где была? В месте, о котором не принято спрашивать. Чё, срала, да? Тупой! А, нифига себе, а кому букетик? Так это дерзкий купил. Ксюша? Вы чё, тут все раны! Дима, а мне когда-нибудь такой букетик светит? О, Димон, тебе почёлки отдам. Походу уже не отдам. Не два раньше думал. Так, восьмой класс. У вас сейчас урок биологии должен быть? Ну да, тема урока легкий. Мы должны были прикрыть искусственное дыхание рот в рот. Я даже подготовился. Александр, молодец. Это хорошо, что вы уроки учите. Вот все бы так, берите пример. Но урока не будет. Учитель заболел. Что, тебе домой можно идти? Домой идти, Камран, нельзя. Потому что у вас еще уроки. Так что сидите в классе, тише воды, ниже травы. Понятно? И никаких дыханий рот в рот. Дмитрий, тебя это касается в первую очередь. Это что? Я впервые сдал домашку, а урока не будет. Не, ну это же система образования, до добра не доведет. Ну, как так часто бывает, тоже сделал домашку, я не проверяю это лень. 101 роза, это же сколько бабок? У отца, наверное, попросил. Да вы достали все, сколько бабок, он их сам заработал. Сам пошел на работу ради девочки? Вот это вообще мальчик молодец. Я вообще-то тоже для тебя мог пойти на работу и купить цветы. И на какую работу ты бы пошел? Неважно, в общем. Даром выброшенный день. Как там сказал дерзкий? Ты лохушка, которая никому не нужна. А у тебя был шанс замутить со мной. Тем более, у меня сейчас будет крупная рекламная интеграция. Мой ТикТок разрывает от предложений, да, я? Вы такие смелые, когда дерзкого нет. А мы даже не заметили, что его нет. Павел Анатольевич не наказал. Вот они и открылись. Да вашего дерзкого уже никто не боится. И даже если что, мы позовем того старшеклассника. Который может его не только в мусорник засунуть. Учитель где? А учитель сказал то, что пока ты будешь снимать свой зашкварный контент, ноги его в этом классе не будет. Я вижу, ты шутить научил. Ее да? Твоя мама научила. Уроки юмора своему парню тоже преподай. Учитель заболел. Ты же как половина класса. Да половина класса не пришла, как только узнала, что мы теперь будем следить за порядком и наказывать их беспощадно. Вот и проявилась их крутость. Оп-оп-оп. Так, девочки, не ссорьтесь. Может, лучше между собой порядки наведете? Может, ты порядки в своей личной жизни наведешь? Ты, Маль, меня уже начинаешь ревновать? Ты ничего я не ревную. Да и вообще, это ты скоро за мной бегать будешь, когда я стану самым популярным. Честно, все равно еще звучит не очень. Да не в этом смысле. Знаешь, дерзкий, может, пока учителей нет, ты им двоим свет в будках повырубаешь, я а? Сейчас, кажется, всем здесь свет в будке повырубаю. Вы что, школу позорите, а? Слышь, малый, если зарплату задерживаю, думаешь, можно и воровать? Подождите, он что, у вас работал? Вообще-то он работает на своего отца, это их СТО. Ты что, всем трусишь, что это батина СТО? Подождите, я не понимаю, чё СТО? СТО Стёпа, а малый попросился на подработку. Шпана пришла и фары унесла. Дерзкий, где фары? Так ты еще и вор? У бати с бабками проблемы. Так я не понял, у тебя что, батя при бабках? А что ты с нами за копейки тогда работаешь и фары воруешь? Так. Во-первых, я ничего не воровал. Во-вторых, нафиг вы в школу приходите? Объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Почему инкубание вы взяли его на работу, когда ему еще нет 16 лет? А это что, законом запрещено? Да он ничего не воровал. Да ты унес фары. Да ничего мы не брали. Это ж вы посмотрите, Алексей Евгеньевич. Кто такие вещи в школу приносит? Вышла, значит, в туалет, иду по коридору, смотрю, фара стоит, ничейно. Думаю, прошу-ка я у директора, чья же это может быть? Захожу к вам в кабинет, а вас нету. Но я сразу понял, что вы у нас. Это ваша фара? Ну да, наша. Камран,
ты ее где взял? Так мне Маля ее продал. Ты что, офигел? Я офигел! Это пиздец на фары толкать. Алексей Евгеньевич, это не я. Мне насрать, фару я нашел, больше меня ничего не интересует. Рыжий, ЗП не получишь. Больше денег на бензин потратил, пока катался. На работу можешь не приходить, воры мне не нужны. А я не понял, вы вообще на каком основании взяли его на работу? Так, Камран, не знаю, ты мне нужен мою зарплату. И у тебя на это есть 2 дня. А вы, Алексей Евгеньевич, большое спасибо за беспокойство. Но это была всего лишь подработка. Вместо своей подработки за учебу и дисциплину подтянул. Так, не надо, за дисциплину нас староста отвечает. Отлично, вы меня позорите. Так вы их наказываете. Нет, с меня довольно. Хватит, пусть им занимается ваш классный руководитель. Ты на СТО из-за старшеклассницы устал? Своего папу бабки не попросил. Мне за девушку, а за бабки отца, да? Дерзкий, ты реально... А я тебя обратно не приму, может даже не просить. Даже если ты будешь последним парнем в этой школе, то я лучше уже с Камраном замучу. Че, реально? Это, в губы поцелуемся, я готов. Ну вы тупые. Маля, пошли, нам нужно еще дела. Побольше, что мне нужно отойти. Дерзкий, если понадобятся курсы по тому, как зарабатывать бабки умом, обращайся. Не всю жизнь же гайки крутить. А что, поцелуя не будет все-таки, да? Дерзкий, давай встречаться. Ты что, меня не слышишь? Да прекрасно я тебя слышу. Мне еще ни один парень не отказывает. Тогда советую ввести тебе этот день в календаре, потому что я тебе отказ. Если что, у меня на руках здесь бабки Маля. В смысле? Фу, мерзость. Фу! Ну да, есть. Вроде ничего. Слушай, Панама же вроде его. Как ты это сделал? Ну не факт, что это он. Там даже головы не видно. Ну подождите, Панаму же видно. Так, как ты вытащил эти фото? Тебе же было неинтересно слушать про мою идею, да? Че, лица у всех такие недовольные. Узнали, что звездой стану и комплексы словили? Мы ему такую фотосессию устроили, что его любое модельное агентство с руками бы оторвало. Ну я бы не сказала, что оторвало. Ты, конечно, кринж. В этом классе кринж, что только ваша компания. Я бы вас ударил, но я нормально не могу смотреть на твою Панаму. Чему это он? Не знаю. Панама. И чё, пошел к своей старшекласснице? Да она не будет мутить с малолеткой, а цветы твои ей вообще не упали. Чё ты так к этим цветам прицепилась, а? Как сильные хочешь? На, держи! Слушай, цветы, которые были предназначены для другой! Снова цветы у меня? Вернулись с того, откуда начинали. Ты будешь их дарить Полине? Или я могу их продать? Даже не думай мне дарить цветы, которые побывали почти у каждого в этом классе. Кто из вас, безмозглых, додумался снять с моей машины фару? А вы уверены, что это наш класс? А, так это Маля. Ты чё, офигел? Лев Анатольевич, это не я. Не верите мне? Я могу лично вам скинуть адрес со СТО, в котором он продавал фару. Лев Анатольевич, да он врет. Маля все время был рядом со мной. Вот именно. Мы были заняты важными делами. Я не знаю, чьих это рук дело, но чтобы до конца урока фара была на месте. Почему он такой дурак? Потому что он наш класс. Я про дерзкого. Слушай, может, встретимся как-нибудь, и ты мне расскажешь. А о чем вы тут сплетничаете? А, мы обсуждаем то, что Саша нам да, показал. Да, я до сих пор отойти не могу. Так и тянет на рвотный позыв. Нельзя никому говорить. Димон, можно тебя на пару слов? А ключи у тебя откуда? Ну, считай, Камран отрабатывает долг за зарплату. А ты уверен, что она одна живет? Да, живет одна. Инфа проверена. Надеюсь, не от Саши? А, и да, прости, что так все получилось с цветами. Ну, считай, что ты тоже отрабатываешь долг. У нее нет ключей от собственной квартиры? Не знаю, может, соседи? А что вы тут делаете? А ты что тут делаешь? Ну, мне Лев сказал сюда прийти, фару отдать. Я же СТОшника фару продал, пришлось у льва скрутить. А там же у СТОшника выкатить фару льва. Вырежьте ровно ноль, так а... Где сам Лев? Лев должен прийти. Ну да, это ж его хата. Чёрт, Саня мне сказал, что она одна тут живет. Стоп, я чё, ключи у старшеклассницы подмутил от хаты льва? Нафиг ты Саше поверил? Нафиг вы меня в этот общак втянули? Так, я не понял. Дерзкий? Нет, ну так пару мне еще никто не возвращал. А мы вам объяснительные принесли. Да что ты говоришь? А можно это дальше квартиры никуда не уйдет? Вы можете тогда долг за мой зуб не отдавать? Да, дерзкий. Везде, где появляешься, всегда проблемы. Можно с тобой последний раз поговорить? Ладно, пап. Я пойду погуляю. Куда? Значит так. Пылесос в шкафу, тряпки на балконе. И делайте генеральную уборку в моей квартире. Ясно? Надеюсь, без угла шутки. А сюда попали в эту квартиру? Ну что, ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Наша цель это 4 миллиона подписчиков. Если еще не подписан, подписывайся прямо сейчас. Понял. Сколько это видео просмотров? Интересно. Ух ты! За 7 дней почти 2 миллиона просмотров. Неплохо. Я поставлю, конечно же, лайк. Конечно же.
Видео очень прикольно, мне понравилось. Только я не понял, кто из них кто, кто из них классный. Ну, я понял, что вот этот мужик, это типа классный руководитель их. А кто директор, кто там, кто еще, кто, я не понял. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если будет много лайков, я сниму продолжение. Всем пока. Всем пока. Еще нужно не забыть поставить лайк этому видео. И этому моему видео обязательно. Конечно же, моему. Моему самому первому. Всем пока.